Ну, а, собственно говоря, теперь само обучение. Смотрим верхнюю и нижнюю карту, да? Что у нас сверху? Король черви. Смотрим снизу, у нас четверка черви. В общем, как делается тасовка? Мы берем, колоду располагаем вот так. Берем треть где-то колоды примерно и кладем ее наверх. Потом еще нижнюю часть колоды берем, кладем опять наверх. И нижнюю опять кладем наверх. И все. Все сдвигаем. У нас сверху опять показывается король черви, а снизу четверка черви. Давайте еще раз помедленнее покажу. Располагаем вот так колоду. Берем где-то треть колоды вот так. Располагаем вверху. Держим вот так вот пальцами. Вот, видно, да? Еще часть колоды снизу берем. Кладем сюда. Перехватываем. Вот так вот держим. И нижнюю часть колоды тоже берем вот так вот. И это просто все сдвигаем. Король черви, четверка черви. Ну, в общем, собственно, все. Комментируйте, ставьте лайки.